Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня у нас 7 августа. У нас опять идут дожди. Все просто-напросто заливает. Нынче лето очень-очень плохое. Я, конечно, очень расстроена, потому что красоты никакой практически нет. Льют дожди, падают лилии. Просто кошмар. Летают горшки, то есть вообще что-то нынче творится. Я такого давно уже не помню, друзья. Поэтому хочется поймать каждый моментик. Немножко вот прекратился дождь. Время у нас 6:30 утра. И я вышла, чтобы маленько снять вам какую-то красоту. Сейчас у нас на улице туман. Посмотрите. Наверное, пойдут грибы. Ну, конечно, от августа уже особо ожидать нечего. Так что здесь у меня лимончик стоит, начинает набирать цветочки. Но я думаю, что сами лимончики должны завязаться. Здесь у меня такой миксик. Ипомея, вербена ампельная. Компанулочка, видите, цветет лапочка. Как я ее люблю, она прямо все лето цветет, друзья. Гортензии напитались настолько водой, что просто опустили свои соцветия, видите? Это у меня пик даймон, друзья, скоро она начнет розоветь. Красотка, вот такая гортензия. Пинканабель, посмотрите, как опустила свои головки. Хотя у меня стоят там подставочки, тем не менее. И вот был такой ветер, и очень много соцветий просто-напросто переломало. Вот такая вот лилечка у меня распускается. Лапочка. Какие-то лилии уже отцвели. Но вот эта такая, она, знаете, крепенькая такая. Хорошая девочка. Все хлорозит. Абсолютно все. Лиственница. На штампе. Посмотрите, какой она дала прирост. Нынче я ее сажала, кто помнит. Там у меня гортензия стронг-канабель. Тоже поникла, посмотрите как. Хотя везде все у меня подставочки стоят, все подвязано, и тем не менее. Кузя. Кузьма пришел. Кузя. Кс-кс-кс. Привет, скажи, друзья. Целую ночь где-то гулял, хотя кастрированный, но все равно ловит мышей такое. Никого сюда не пускает в наш огород. Со всеми котами дерется. Вот так выглядят флоксы. После таких дождей видите, что творится. Лобелия. Многолетняя. Все-таки как мне нравится жемчужина. Посмотрите, она до сих пор цветет. Очень долго цветет. Бересклет. Хризантема Анастасия. Девочка зимует очень-очень хорошо. Ну, здесь у меня самосейки и ипомея. Вот так вот они распускаются синими фиолетовыми колокольчиками. А днем закрываются.
видите, что с петуньями творится. Такая вот бордюрная ромашка мне очень нравится. Она сама сеется. Ну, многолетник. Вообще это считается многолетником. Пузечка. Вот эта полынь. Я просто влюбилась в нее, друзья. Очень красивая она. Я вот на следующий год, знаете, что хочу сделать? Я хочу ее посадить. Разделить и посадить ее одну часть в горшок, чтобы вот такой шарик стоял. Ну, согласитесь, очень красиво. Тысячелистник тоже, посмотрите, до сих пор цветет. Нынче пересадила розовый, но еще пока не зацвел. Место все-таки ему надо другое. Вот она, жемчужинка, тоже посмотрите. Здесь я обрезала свой жасмин махровый, чебушник. Я смотрю, он начал давать новый прирост. Посмотрите. Георгины нынче, друзья, наверное, и не зацветут. Лета у нас просто нет. Вот они стоят, георгины. А время уже, смотрите, 7 августа. А они даже вообще, наверное, не успеют. А скоро начнутся заморозки. Георгин у меня очень много, но вот такая вот нынче погода. Вот хотела у вас спросить, я вам говорила, маленько прираскроется. Кто знает, что это за сорт гортензии, подскажите мне, пожалуйста. Вот такая она низкая, ей уже, наверное, лет 6 или 7. Я не знаю, какой сорт, друзья. Вот в свое время приобрела, сорт не запомнила, не записала. Если кто знает, подскажите, пожалуйста. Я буду очень вам благодарна. Тоже посмотрите, это фантом. Гортензия. Лапочка огромные-огромные метелки. И смотрите, как получается. Несколько метелок уже практически распустились. А какие-то еще даже, видите. Фантом — это в переводе призрак. Лапочка вот такая стоит у меня. Красотка просто. Ромашечки. Гортензия бабошечка. Нынче я приобретала. Посмотрите, начала розоветь. Это карликовая гортензия метельчатая. Нынче я приобрела гортензию, ездила на рынок Мельба Фрейс. То есть это сестра ванилы Фрайс. Тоже буду ее размножать. Красоточка. Ну, нынче с розами я уже вам говорила, да? Что у меня получилось. Какие-то сохранились, а какие-то вообще пришлось просто выкорчить и посадить новые. Вот такое все страшненькое после дождей. Посмотрите, как распустился василисник.
Я думаю, что сейчас его очень-очень хорошо видно утром. Посмотрите. Какая лапочка, такое облако. Ну просто не передать, друзья. Это просто не передать. Вот такие вот стволы трубчатые. Места много не занимают, абсолютно не занимают. Все, я их полностью подвязываю, потому что ветер просто-напросто может все это переломать. Поэтому такие вещи нужно обязательно подвязывать сразу, изначально. Но это красота. Лилечка. Здесь у меня гортензия White Lady. Higher Star Burst. Посмотрите, что после дождя. Все буквально напиталось влагой. Клематис мультиблу. Все побило, видите, все осыпалось. Лилия. Красотка вот такая. Там у меня гортензия Vims Red. В прошлом году я сажала и брала уже несколько череночков. Кстати, они есть у меня. Очень красивая гортензия с разряженными цветочками. Очень красивая. Я вот прям полюбила такие гортензии, друзья. Я в восторге от таких гортензий. Смотрите, какая красота. Клематисы. Как я черенкую, как я укореняю свои клематисы. Есть у меня. Я оставлю ссылочку на эти ролики. Заходите, смотрите. Здесь у меня тоже я в прошлом году посадила клематис. Ну вот начинает на это набирает соцветие. Обязательно вам покажу, какой расцветки. Видите, какие-то клематисы раньше распускаются, какие-то позже. Но скоро распустится хризантема. Кстати, хризантемы у меня еще есть. Если кто хочет, может заказать. У меня 6 сортов мультифлоры и 3 сорта корейских сорта. Если в кого интересует, пишите. Мы с вами в комментарии пишите. Я вам оставлю свой номер телефона. Мы с вами спишемся и договоримся. Посмотрите, какая лапочка. Колиусы. Я хочу сказать, чем ближе к осени, колиусы набирают такой яркий цвет, такую краску, такой колор. Это просто будет очень красиво. Нарастает алисум Snow Prince. Помните, да, я делала обрезочку. Посмотрите, как она уже обрастает. Я вам говорила, что скоро будет здесь стоять огромная-огромная шапка. Я перевалила эту алису. Дала большой объем на 15 литров. Скоро будет очень красиво. Так что вот так вот. Убрала я свой чеснок. Саша мне скопал здесь грядку. Буду сеять сидираты. Здесь у меня и там у меня посадочные материалы. Кустарники разные, декоративные. Если кому интересно, пишите. Вот эти штучки нужно убирать. Колиус ценится не из-за цветочков, а из-за листочков. А тут присоседилась земляника. Посмотрите, какая лапочка под елочкой. Хотя я ее сюда не сажала, она, видимо, семечко прилетела, и она выросла. Я говорю, хотя бы постояла бы у нас осень хорошая, теплая, чтобы распустились наши хризантемы.
чтобы мы могли еще порадоваться этому. Видите, что с ромашечками от дождей, друзья. Здесь вот такой вот у меня клематис. Кстати, тоже не знаю его название. Кто знает, подскажите. Я буду очень вам благодарна. Подпишу его, чтобы мне знать. В свое время тоже купила вот этот клематис. Он четырехлепестковый, вот такой вот. Но очень красивый. Ну, фаер огонь. Посмотрите. Во всей своей красе. Тоже вот такой он с разряженными цветочками. Низкорослый. Низкорослый. Очень красивый. Розочка у меня. Видите, как упала от дождя. Ой, лилечка распускается. Вот такая вейгела у меня есть. В прошлом году я сажала, брала с нее черенки, кто помнит. С варигатным листочком, очень красивая. Я хочу сказать, что она цветет очень-очень красиво. Нежная такая, очень нежная. Вот она начинает зацветать только, а дождик у нас все портит. Посмотрите. Ну, согласитесь, какая красота. Видите, что творится? И жарко плохо, и дожди плохо. Здесь у меня гортензия так оф пинг. Красная метельчатая будет гортензия. Тоже невысокая. Здесь у меня в горшках хризантемы. Специально их посадила в горшочек, чтобы можно было потом переносить, ставить в разные места. Видите? Полярный медведь повесил свои соцветия. Поникли от дождя. Видите, какая? Полярный медведь, красавец просто. Ромашечки. Крупные, 15 сантиметров в диаметре. Как ухаживаю за своими ромашками. Заходите в плейлист, смотрите. Плейлист называется «Ромашки». Здесь я посадила Invisible, гортензия древовидная тоже. Чем-то похожа на Pink Annabelle, но немножко она другая. Чуть-чуть другая. Буду пересаживать либо ромашку вот эту, я буду пересаживать, либо вот эту гортензию. Сейчас цветет маленько ромашки. И я буду уже думать. Посадила не на то место. Ромашка очень сильно разрослась. Здесь распустится скоро василисник махровый. Он попозже зацветает. Но видите, у нас нынче какое лето. Он бы уже зацвел, но погода не позволяет. Гортензия Супер Лола. Нынче, наверное, не будет цвести. Это я сажала в прошлом году, уже по осени. Она тоже достаточно должна быть низкорослая. Посмотрим. Сандейм Фрейс гортензия. Вот такие вот у нее метелки. Какие-то еще только-только набирают, видите? Все такое страшненькое стоит.
Здесь бузульник скоро распустится. У меня их два вида. Один с бордовым листом, один с зеленым листом. Кто-то спрашивал: ой, Лена, лопухи у вас растут. Это не лопухи, это цветы. Вот, посмотрите, какой клематис. Какой он красивый. Алмазик пришел, да? Мазюлечка пришел. Ой, сейчас грязный будет, мокрый весь. И полезет ко мне на постель. Василисник белый. Посмотрите, какая красота. Ой. Это просто красота. Флокс вот такой вот карликовый, многолетний. Цветочки у него достаточно компактные, мелкие вот такие, посмотрите. И цветет очень-очень долго. Если в такие флоксы уже отцветают, но этот будет цвести еще очень-очень долго. Тоже достаточно мелкоцветковый флоксик вот такой вот у меня есть. Красивый. Там я посадила гортензию киуша. Вот мне нравится гипсофила. Вот такая почва покровная. Здесь у меня ванила фрайс. Очень долго она почему-то нынче у меня распускается. Литл Бросом гортензия. Вот такая она нежная, красивая. В прошлом году я ее посадила. Вот так она уже наросла у меня, кустик. Очень красиво. Маленько вам показала, друзья. Кому понравился мой ролик, ставьте лайки. Конечно же, нажимайте на колокольчик. И всем вам хорошего настроения, тепла вам, добра и здоровья вам и вашим цветам в вашем саду. И до новых встреч. Пока-пока.